Всем привет! Вы на канале у Оли. И да, я уже дома. Мы уже, слава богу, приехали домой. Все хорошо, все живы, все здоровы. Там на отдыхе старались меньше брать телефон в руки, меньше снимали, делали видео. Уже дома, думаю, все доделаю. Мы первый наш день отдыхали в одном отеле. Я там снимала вам обзор, все. А уже последующие пару дней, то мы были в другом отеле уже с моими сестрами, мы уже все вместе собрались, вся компания, сестры, племянники, племянницы, зятья, мы уже все были вместе. Это мы много общались, такое у нас было семейное время. Также я делала первые свои лайв-стримы с океана, хотела, чтобы вы услышали океан, звук океана. Немножко погуляли, побыли, почувствовали, что такое океан. Я думаю, что, может, кто и не был, то такая у вас возможность. Это Атлантический океан, теплый океан. Все купались, дети купались, взрослые купались, бебечки купались, малыши, все. Загорели, даже обожглись немного, ну так, ловили солнце. Чтобы мало не показалось, потому что, ну, ненадолго сильно ехали, хотели так, по максимуму. Вот, и я сейчас вам сделаю такой небольшой обзор отеля, где мы были 3 дня последующих. Это другой отель, это отель Marriott. Это такая их линия целая отелей, сеть отелей. И там, чем они хорошие, как можно сэкономить деньги, как, если у вас большие семьи, да даже по-любому всем хочется сэкономить денег. У них есть программа Bonvoy Marriott, такая программа, когда ты член этой программы, у тебя есть карточка, Marriott карточка, это как кредитная карточка, ты на нее скупляешься, поинты аккумулируются, и потом ты можешь за, вот за эти поинты брать отели. Это очень выгодно. Мы уже это делаем, нам когда-то рассказали эту программу лет, я думаю, 7-8 назад, даже 6, ну не помню точно, что дети были младше намного. И нам уже рассказали за эту программу, мы в Калифорнии ездили, и вот уже мы в этом штате 3-й год, и мы тоже здесь, оно по всей Америке, это Marriott линия отелей, кто местный, кто в Штатах живет, я думаю, может, кто слышал, кто не слышал, напишите себе в Google, спросите Google, Google все знает, вам расскажет, вы даже можете, я в Chase именно, в Chase открывала эту карточку, пойдите в банк ваш, local bank, Chase, и спросите у них за эту программу, они вам объяснят, расскажут, подпишут вас, и у вас будут поинты собираться, и вас, например, вы подписались в мае, и вас, это ваша как бы anniversary, вы уже и в мае эти поинты, ну, они, поинты actually roll over, они не пропадают, но каждый май у вас начисляется новая, просто как бонус, бесплатная ночь в отеле Marriott. И, ну, то вам дается год использовать эту бесплатную ночь, я думаю, вы спокойно ее используете. Ее не можно, нельзя просто комбайн делать за несколько лет. Это раз в год дается на твою, она как бы обновляется на твою anniversary date, когда ты подписался на карточку. Посмотрите, я думаю, что вы не пожалеете. Дальше. Что я еще хотела еще? И вот я сейчас делаю такую как бы нарезку видео, что мы делали, какой, как мы отдыхали так немножко. Но это и для себя на память, и для родственников, кто здесь не живет, а за границей, в других штатах. Такая памятка будет для всех. Спасибо, что вы с нами, что вы смотрите, что вы комментируете, что вам интересно. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!